Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Пожалуй, еще ни одну книгу Алексея Иванова я не читала так долго и так трудно. Он, как обычно, экспериментирует с жанром. Здесь и историческая проза, и любовный роман, и мистический детектив, ну и, соответственно, и дьявол, и суккубы, и волшебный меч, артефакт, Лигуэрт, и мотив двух параллельных историй повествования 15 и 20 веков. Историческая составляющая, как и мифы о растерзанной советскими войсками Польши, как и негативные реплики в сторону СССР, они улучшают книгу. А сам замысел, как всегда, у Иванова интересен. Итак, действие начинается в мае 1945 года в Пилау. Группа историков под руководством СМЕРШа ищет вывезенные из Литвы нацистами культурные ценности. Здесь у каждого своя цель. Капитан СМЕРШа хочет найти гауляйтера, раненый сержант свою возлюбленную, а Винсент Клиховский – хочет найти святыню ордена Тевтонов, меч Лигуэт. Все они возродившиеся герои 15 века. Как будет развиваться история? На самом деле в романе главенствует идея предопределенности. В истории ничего не меняется, она идет по кругу. И хоть и повторяется в новые времена и в новых обстоятельствах, люди не меняются. А значит, неизменными остаются их ошибки, их заблуждения, их открытия, их позиция на стороне добра и зла. Все действующие лица, их роли, все предопределено в самом начале романа, как на шахматной доске. Беленькие и черненькие. Думаю, что «Тени Тевтонов» требуют перечтения. Это роман в виде игры, квеста, и поэтому необходим именно такой подход. Напомню, что в начале текст создавался как аудиосериал и существовал в виде аудиокниги. Согласитесь, это не бумажная история, и здесь действуют совсем иные законы. Сложность восприятие в обилии малоизвестных для большинства читателей фактов из истории Польши и Германии. Аналогичные персонажи, как мы уже отмечали, действуют в разных временных пластах, и ты должен угадать, как тот или иной персонаж себя поведет. Но мир и время Тевтонов написаны Ивановым более ярко и удачно, хотя финальные сцены сражений в той и в другой эпохе поражают динамичностью и по-настоящему захватывают. Мир 1457 года, штурм замка Мариенбург, крылатая дева, суккуб, мистика и фантастическая. Жаль, что в 1945 году это уже невозможно. Алексей Иванов, один из крупнейших писателей современности, как всегда, сумел привлечь внимание читателей, вызвать споры и размышления. Ну что ж, это прекрасно. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».